Сказал паникуй, что все зашли. Я слышал. Джоки любят на бутылке. Ой, мне похуй, что там Джоки любят. Я знаю, старый любит на бутылку садиться. А чё, я точно знаю. Смотри. Сейчас, чё, сколько людей сколько? 19, блядь. Из 25. Мне сейчас и гильдиец пишет. Ханари 260 плюс пати падает. Я говорю, мы сегодня тоже упали, я не помню в каком месте. Сейчас даже, может, скажу. Мы упали в начале инста. Раз, а стамину, пожалуйста, из-за паровозика ебаного, блядь, снял нахуй стамину и паровозик. Блядь, уберите паровоз, обновите бафы. Сейчас скажу, кто че бафает. Милео Дасприм, ты бафаешь каски. Хейвов, ты бафаешь кулаки. Зера, блядь, Зерзерел. Оставшийся паладин бафает МП5. Давайте быстрее по бафам развалите. МТ, звезда, ОТ, печенька. А, подожди, кто вы, блядь, чё, дебил. Где? Где второй танк, блядь? Второй танк, выйди вперед, пожалуйста. Печенька нам. Да, да вон, на сову кидай, погнали, пойдем. Чё за пидор паровоз поставил? И так сойдет. Я без звуков играю, мне хорошо. Я запустил босса. Тут 239-й, говорят, падает. Да, 239-й. Ну хуйня, короче, не стоит того. Вот, сейчас у меня все заебись должно быть. У меня 59 крита. 10500. Сейчас должно все хорошо быть. Чё мне ты на это, на чуваках стоят? Да это, блять, после этого, после магика стоят убирать долго. Хотя сейчас, может, уберу. Поставь на мейн танка. Пожалуйста. Снимите сами себе метки, если можете. Типа вот две метки стоят. Мейн танк — это звезда. У нас минус один. Это кто? Кто ушел? Рестер шаман. Блять. Похуй. А 24 пойдем поебать. Сорян. Этих снобль да под жопу завозите. Плевник или вой. Под жопу, блядь. Не возле босса, а под жопу к боссу. Ай, блядь. Вообще похуй человек, говорю, под жопу, он стоит возле босса, блядь. Нахуй, не заливайте, пускай его загрызет, блядь. Не можете не хилить его. Ты чё такое злой-то? Блядь, чтобы знал, как в дискорд не заходить. Блять, для себя раз 50 линка волны. Какого хуя ты не под жопу к боссу завел? Я тебе сколько раз сказал, под жопу к боссу заведи. Долейте, снобль. Просто под жопой понятие растяжимое. Под жопу это значит, блять, перед миликами. Давайте, Гео, далее. Отведите, пожалуйста. Думаю, уж определитесь, кто чих кого. Сам подойдешь к челику. Заливай. Аллея. Идите разбраживайтесь, не через лужу, главное. Через лужу только долбоёбы иду. Все. Разморозь, пожалуйста, вот здесь стоит, по-моему, человек, знает. Да, забралась, Бладов, есть. Блядь. Где размораж? Разморозьте, знает Бладов, там чел стоит, хант, по-моему. Нет, ладно, пускай стоит. Кончился баб. Ждем следующего. Да, я разморожу. Разбегитесь с дебафом.
Дойдите, забираешь мишку. Я сейчас пойду, пройдусь. Все, вот заебись. Вот все эти заморожены. Добивайте. Ловить. Можете аура от льда поставить. Ставит уже. Понял. Ханты, на всякий случай готовьтесь стрелять сразу моментально. А то, думаю, найдется умный. Нет, не пришлось стрелять, охуеть. Да погоди, еще не вечер. А то сейчас накликаешь. У нас, блядь, в герах иногда, блядь, гильдрайда бывает то, что умный человек, да. Которого ВК, блядь, не отбил. Для этого он для ради интереса, понимаешь? Ради интереса там, блядь, потом складывают танки чуть ли не мы. А, два удара, три. Пацану скучно уже, просто, понимаешь. Так, я не вижу метку, блядь, кто он бежит? Все его видел. Сова не дамажит. Тебя фетра загрызет потом. Блять, опять в бан улетит. Разрал шмоток в конце инста будет. Слышь, вас, скажи это фетре. Сова не дамажит. Ну нереально, не дамажит. Сова как демон Глоки. Но не нужны в рейде все равно. Да, в рейде-то они нужны, но он не дамажит. Следующего босса так быстро не запускайте. Сова спекнемся. Сова сильно дамажит. Да и не надо спекаться. Пофигу, так пойдем. Просто, блядь, гировка, да? Ну, сука. Хуйща попростишь, блядь. Главное не сорвать с пула. Так, подожди, где? Бурси, а кто где, у тебя? Где? Был бы оранжевик, дал бы тебе ПС. На эту, на Оню ты говорил, на десятку. Кто танк? Вот этот Мишка, да? Хилпензер. А чё, пускай он похилит, я потанчу. А у тебя хилоспех Хилпензер есть? Да. Он же говорил. Ну, можно и так. Пекаюсь. Не, не сейчас. Нет, стой, ты, хила, да, ты в танке будешь. Да похуй, блядь, здесь 4 хила хватит. На Оню. Ну так, а он пятым будет. На Оню, блядь, да, он пойдет в хиле тогда. На Хилпензера на пуле. Главное, не сорвать с пула. Да с него хер кто сорвет. Сейчас посмотрим. Ты, наверное, не знаешь, как все лара играют. Нажал бросты, упал на клавиатуру лицом, лег. Ты со мной. Если ты так не сделал, то ты хуёв. Меня сальву с пула дали. Касты по возможности сбиваете. Явись, сестра! Господин зовет! Лорд Аркости! Череп захиливайте, крест выносите. Дверь открыта. Череп выносите, крест захиливайте. Сус, я сказал. Череп захиливайте, крест выносите. Гуляет.
Жалко, что у Мишки нет масс-дефа на рейде. Да нахуй нужен, хилы пускай хилят, поти. Да вообще бы медведи имбо-танками были. Угу. Они и так слишком сильные, блядь. Они сдают ДПС, они держат агро. Они живут, блядь. Там еще масс-сейф им дать, это вообще, блядь, писту нахуй. Можно удалять варов, блядь, паладинов, ДК, можно просто... Ой, блядь, похильте, вы чё, угораете? Вы реально угораете, да? Кто-нибудь возьмите, блядь. Там вторая мишка есть. Вы чё, реально? Вы ебанулись, блядь? Можно... Чё, реально, блядь? Я череп захилил. Можно... Вы чё, ебанулись? Хил-то не ебанулись. Нехуй так далеко убегать, блядь. В смысле, Мишка на середине был. Куда ему убегать? Че, ебанулись? Я не знаю, куда он... А, ты про Хеллпензера, что ли? Да? А, нет, я захиливал, я захиливал. Да нахуй он нужен, и так сойдет, ебать. Все под флаг Орды. Если бы я знал, я бы прожался. Под флаг Орды. Все встали. Флаг? Под флаг Орды. За Орду. Все, стоим, ждем. За руду. Это. Привет. Как тебе там? Кто мне писал там по поводу того, что... А, не курите, спекайте. Все, вспомнил. Чё, кто на танках хилит? Ладин, конечно. Хпал. Для этого хпалы существуют. Потом я не понимаю, почему на Джаре танк упал. Тут этого я тоже не понимаю. Просто хпалы какашил. Он еще в гильдии. А, говорит, нет, хпал будет. Хпал еще, это что его в нерты не берет. Никто не берет, ибо. Да, так, короче, тихо, сколько есть вход. Тирий. Воин, Тирий. Хпал. Рога. Здесь, по-моему, три, да? Да, их трое. Короче, три милика. Играем вот так. Вначале зальем череп, потом зальем... Где? Лок. Потом зальем мага. Сейчас я для вас меточки поставлю, чтобы вам удобнее было. Потом зальем шапе. А остальных там как пойдет. Локи банить, дерево. На... Спасибо. На варваре сидит и этот, блядь, Хеллпензер. На роге сидит Никурити. Кто там еще остался? А, и ДК сидит Void Beast. Слышали, надеюсь. Ага. Так, ДК, прием, алло, связь есть. И надеюсь, вы знаете, что вам надо сделать. Тотемы сюда поставьте. Стоп, блядь, куда пошел нахуй? Сюда, вот сюда, блядь. Поставь, пожалуйста, этот... Каску дайте под рулям. Поставь, пожалуйста, череп сюда. Метку череп поставь, где я прыгаю. У тебя же ассист есть? Поставь метку череп. Поставь вот сюда метку череп, которая такая светится. Я не могу, у меня из-за ИПГП, блядь, багается, я не могу поставить. Короче, дальше тотемов милики не заходят. Вообще, дальше тотемов никто не заходит, кроме танков. Танки заходят слева. Поехали. Танки налево, хпалы налево тоже с ними. Все, идите танки налево. Кто там идет, блядь, вперед нахуй? Ну вот мы хотели, да, легион заменить, а ты... Офигите микро у кого там, блядь? ДК плюс 2 плюса сделаете? Я надеюсь, блядь... Дран, ты... Блядь, вот первый ДК меня пизда напрягает. Ходите меня, Алис, на него. Это кто у нас? Кто, блядь, батя не знал, или что? Лозер, по-моему, да? Мне придет около через 20 минут где-то... Отпиши мне поем. Плюс-минус. Равно. Только когда напишу, чтобы не испугался. Давай. Давай быстрее у нас. Мы просто уже у чампа встаем. Ты вовремя написал. Активнее играем. Первый ДК, ты меня слышишь?
А, Делюкс, блять. Я ваши ники постоянно. Я ваши голоса постоянно путаю. Суманите этого варшему. Локи шкаф поставьте. Локи шкаф можно поставить. Я, короче, замутил того пиздящего. О, Ефрадо сюда зашел, блять. Блять, Локи вы. Сука, я сейчас. У нас. А, у нас один лок. Бист, поставь шкаф. Бист. Он отошел. Он отошел? Угу, на бутыл. Там вазелином занят. За бутылкой. Давайте, короче, выйдем просто сейчас. Кто-нибудь со мной выйдет. Ставили уже, поставили. А, наконец-то, блядь, спустя полчаса. Не в ДД или в танке? В ДД. Ой, мимо. И этот пускай дран дебасыч первый грипает, второй грипнешь ты. Хорошо? Второй. Давайте ДК не будем фанатами Панина, а грипать. Подожди, Делюкс зашел? Да, я вижу. Да, сейчас добьем пул и начнем. Ты что, варм сирать? Нет, я... А, не, блядь, это просто пуха бавляется, как обычно курить, да? Да. Каску и кулак по варам дайте, пожалуйста. Сумоньте, ой, блядь, сумоньте, грипайся. Раз, второй поехал. Давай. Поехали. Герой. Можно дизайн дать, там, блин, вообще похуй. Бабычка. Блять, хпалу убили? Да. По хпалу дайте бы. Тогда за хпалу можно умереть. Дилиспал. О, блять, играйте по кресту. Метка крест. Касты сбиваете. Хпалу бэрните. Сейчас, блять, танки лягут и к нам все пойдут. Бэрнули, видишь, дайте бафы по паладину. Метка крест для всех стоит, блядь. И для двух варов, один шемом, другой бе. Вот тебе крест, перекрестись. Дайте диспел, бас диспел. Вообще, можете, блядь, почему на нем постоянно фотки висят? Добиваем, играем по... Чё там, блядь? По магу не вижу метку, блядь. Где маг? Я поебал мага. Да вон гейская метка бежит. Креста, просто это, ромби. Грипните, один ДК грип. Отводи оттуда, грипайте сюда их ближе. Может, с центра уйдете все куда-нибудь? С центра уходите, блядь, я говорю, грипните, диспел по... Вы не хотите дать, блять, гриб? Не быть на центре, сейчас на нас пойдут мелики. Гриб. Ух, наконец-то, блять. Можно я без формы потанкую, да? Дисперси. Зачем без формы? Потому что он набегает у меня 35к брони. Так и надо. Ну, если тебя похилят... Добивайте, мага. Потом в луну играем. Можно забанить, кстати, дерево? Почему дерево не в бане? Лок. Баню ему хуячат, потому что... Кинул, если дерево в бане, оно невосприимчиво. Баном должен заниматься лок, блядь. По IP нет. Блять, рогу контрольте, рогу законтрольте, я вижу рога в рейзе. Дайте диспел. По магу, потом по роге сыграем. Блять, мага добей. Хорошо. Готовьтесь, масс диспел можно. Уже, блять, поздно, вот сейчас можно масс диспел дать. Роги играйте, и, блять, рогу не вижу. Вижу. Метка череп ставлю. Дизарм дайте по роге. Дизарм, боржите его. И диспел можно, да. Диспел это и есть порш.
Ну, сука, обогнал меня, блядь. Ебать тебя, Делюкс, там немного. Дайте диспел. Где порч? Вы драконы, блядь. Драк. Дерево баньте, играем по паладину. А, не, потерю. Дайте потерю, похуй. Че первым попалось под руку, то блядь, череп поставить не мог поставить. Метка, череп, бейте. Хилов просто контролится. Трогать, тебя бьет ДК, блядь. Отойти можно именно. Скоро быша будет. Да похуй. Дизарм дадите и быша не... Чё, давайте, блядь, по этому... По бревну играем. Сейчас шкаф... Хеллпензер, рядом лежу, ебать, берним. Хиллпензера бэрнуть? А, подожди, нахуй БА, я думал, танк умер. Не надо бэрить вообще никого. То есть хилы танки, блядь, только здесь. Мне показалось? Нет, нет, показалось. Зелен, говорят, когда рейдфрейма вытаскиваешь, гораздо да, лучше становится. У меня нет рейдфреймов, блядь. Давайте попало. Метка череп. И без рейд фреймов нормальный рейд. Ты знаешь, что их можно и без аддонов вытащить? Блять, там это долго. Ебать долго. Дайте мазы спал. И у меня расширение экрана не такое огромное, чтобы, блять, его вытащить. Расширение, да? Да, расширение. Анус. Расширение. А сколько ты играешь уже? Год или? Возьмем, предлагаю то, что выебывается, кикнуть. Если не хочешь, могу я кикнуть. Сука, справедливо. А ты сколько релишь? Кто? Я? Вот этот, который кикать там хочет. Всю жизнь, блядь. И когда ты родился? В 88 году. Так ты на БК еще подиэрелил? Диэрелил, когда тебя еще не было. Да? Да. Какой злой дядя. Интересно. Дядя, почему вы такой... Дай помощника мне, слышишь? Я зелен. Заебал, спокойно. Я не буду кикать сейчас, а потом кикать. Да когда 100 хп у босса остались, у вас. Когда время придет к роллу, да? А, вы запустили уже? Ты черная метка бери. А в хила спекнуться, нет? Да, блять, вдвоем потанчить, типа, здесь хилы, здесь всего хватает, блять. Берите метки. Там распределитесь как-нибудь, кто из вас, блять, откакует. Отойдите от рыбы, там кто стоит. Потому что аура. Ты рыбу поставил, что ли? Или че? Люди на противосе не понимают, что аура мешает похалось рыбу. Бля, да отойдите, ебаный. Блять, да где? Я сам рыбу не вижу. А, вот серьезно. Вы долбоё... Блять, я сейчас кикну. Сейчас кикать буду. Да, аура мешает фрейм ауры покушать рыбу. Ну, да, отойдите. Фрейм рыбы достаточно отойдите. Большой. Отойдите. Позы. Блять, да ёбаный, ну чё ты подошёл? Самое время на рыбу сел. Похуй, прям на рыбу. Куда я попал, блядь? Блять, сова, на бутылку сядь лучше. Короче. Ставим на позицию. Рыбу, короче, давай запускай. Че на готовность? Блять, уже пульнули, даже не... Ладно, поебать. Давай, веди сюда. Сюда веди. Ближе. Напуливайте его, когда... Сейчас здесь может один хороший человек сорвать. Поэтому следите за этим.
никто тут ничего не сорвет. Да не я, блядь, зачем вы по мне сальву дали? Сейчас делюкс, блядь. И не влетит. Сейчас я уже вижу эту боеву. Он же ря. Он меня уже обогнал, блядь. Договор, бьем, бьем, бьем. Сбили кас. Кас, сбейте. Сука. Ты, блядь, он меня обогнал. Нахуй его враемся. Делюкс, без тебя я здесь был первый. Бывает. Танк на фул держите. Я уже вижу вот этот твой скилл, который ты рассказывал. Смену цели. Сменили. Играть по черной. Белую метку играть по черной. Договор близнецов. Ведь. Танков вообще хилить не хотят. Ты сдобьем уж. Должны. Я не мог хилить, но не клятвой. Ой, я делюкс обогнал. Ненадолго, я думаю. Заебись, я был. Я выше все. И у меня. Да. Сейчас, подожди, это в гильдию надо скинуть. Выбор упал. Если у тебя урон больше, это не. Сейчас, делюкс, погоди. Ты без анролов собирал? А? Без анролов было? Сфера боенрол. Только выбор выиграет. Делайте. Топ-5 ролим. Да блять, похуй, все паролите. А потом давай, ну где он, наверное. Да вы запустили босса? Делюкс. Запустили, да. Смотри. На ОБС, ебать, алё. На вот так. Ну, скидываешь, что ли? Не вижу только. Это ж ты кто-то... Делюкс, видишь, ты чё пишешь? Но если честно, он прав, не переключился, но... Пришел бы. Очень разъелся, даже. Пришел такой, бля. Я побью, да? Не, ну это обычно 31, когда нормально переключаются. Сколько у тебя? 31, 33 обычно здесь. Да ну нахуй. Да-да, я просто не переключился был, блядь. Потом был переключился, потом таб случайно нажал и просто заметил, что я бью, блядь, не фуну. А у меня же, блядь, точный урон на него, я вообще не... Короче, Хиллпензер, ты собираешь... Хиллпензер, ты на боссе, второй мишка собирает трэш. У одного не прохилят с нашим хилом, слышишь? Ну ладно, похуй, давай, не курите, спекайся. А чё, он одного под боссом держит и одного в стороне, зачем? В танк спекайся, не курите. Да, три мишки будет, что ли? Да, в три мишки пойдем лучше. Да ДПСа, блядь, здесь хватит, здесь я и Делюкс, блядь, вдвоем босса забьем за 5 минут. Не курите, ты плавовый берешь. Второй мишка левого. Хиллпензер на боссе. Держите их, куда-то ДПСить не будем вообще.
Все додразливают сферы на готовность. На бафы. Подобрём полуночный. Подобываем пол, начинаем. На пол на хелп энзера. Поехали. Заводи на лёд. По одному заводите, клевыми залю. Можно обоих сразу. Они здесь страшно. Берсов падают. Хуйня это все, поэтому. Гири, ты не хуйня. Ты попробуй сразу двух заведи. Вы пробовали, блять? Они ваншотают танк. Ой, я знаю, мы всегда убиваем. Второго завели, да? Вон он зарылся, а туда завели, в землю. Ох, блять, разрывается этот один пи***. Заводите потихоньку. Разлейте еще глушь. Больше глушь. Блять, заведите, пожалуйста, больше глушь разлейте, отводи босса. Заводите на лужи, блять, трэш. Потрошу, играем, куда, кто, зачем вы угрипнули, блять. Как бежит за боссом. Второй трэш свич. Они в берсе, бейте трэш. Не курите, но фу держить. Блять, куда ты его отводишь? Зачем? Сейчас же зальется, взорвется опять. Дайте боб. Вот, да. Взорвался, блять. Ну лужи, трэш, держите, блять, вот этих двоих больших. Двое зарылись, по-моему, да? А этот. Волбер заберет. Не помогает. Да в прикол слышишь? В том, что они трэш, блять, нормально не могут. Больше лучше разлейте. Нет, там уж больше. Че там стирать? В смысле нет, блять, больше лучше там. Ну, вверх посмотри. Я чтобы не. Сфера я же... вот вижу, я ну, вот вижу, мать. Блядь, я посмотрел наверх, я увидел одну лужу, как минимум. Да, а босса ты куда бы, что если мы взяли, да? Лужи здесь не некончаемые, блядь, не надо мне объяснять, я здесь не пьем. Это же не ХМ. ХМ-ки их определенное количество, здесь их бесконечное количество. Заводите, под трэш заливаете, сейчас трэш свихните. Прилетит тоже залить. Двоих завели, заводите, заводите, конечно. Заводите, трэш, залейте, главное. Можно Геру дать перевести. Пока нет, пока не надо, сейчас переведем уже. Без Гера переведем. Залейте, блять, трэш, почему один стоит, нахуй? Давайте, Гера. Простите, меньше хила проеду. Трэш по одному, если заводить, если одного на лёд, другой на твой. Толкой потос. Не появляются обычки. Да? Вот этого я не знал. Сколько хожу, ни разу не замечал. Сейчас будет разрыв. Потом сейчас соберу Оню десятку, пати соберу отдельно, типа, то пойду. Блять, я квест не взял, ну сурак, блядь. Сука. По мне одной боешки за весь инс не упало. Кто-то наоборот там.